Магнитогорск это заслужил. Глава города Сергей Бердников поздравил жителей с присвоением звания «Город трудовой доблести». Уважаемые жители города, друзья, мне хочется сердечно всех сегодня поздравить с этим великим праздником. Праздником для нас, праздником для всех жителей города и, наверное, праздником для всех тех, кто не дожил до этого дня, но своим трудом заслужил вот такой высокой оценки. Мы с вами уже носим общественное признание и звание города трудовой доблести и славы, но это вот решение на федеральном уровне президента нашей страны, мы его, честно говоря, очень все ждали. Очень хорошо и мне приятно, что вот на такие вопросы наши все жители имеют одну точку зрения. И действительно, хочется сказать отдельное спасибо всем, кто участвовал в голосовании. Это и есть оценка того труда наших с вами отцов, матерей, дедов, которые своим трудом доказали беспрецедентную любовь и преданность стране. Более того, мы сегодня понимаем с вами, что благодаря этому героическому труду вообще стала возможна победа.